Человеческая жизнь такая хрупкая, уязвимая. Ее так легко прервать. За 3 месяца пропали 3 нью-йоркца. У всех были анкеты на флирт-реале. А если флирт-реал используют, чтобы преследовать и убивать людей? Тебя выгнали из Массачусетса, когда твоя сестра пропала. Линди! Кто-то следил за мной с помощью моей же камеры. У тебя в руках игровой автомат с мужчинами. Приманка? Какой-то псих отправляет тебе странные сообщения. Устраивает жуткую киберпрелюдию. И ты хочешь пойти с ним на свидание? Я хочу помочь вам. Я потеряла веру в правосудие. В моем доме сейчас находится серийный убийца. Скажи, чего ты хочешь?